Дорогие друзья, ровно 5 лет назад в городе Шэньчжэнь был официально зарегистрирован первый совместный российско-китайский университет, объединивший потенциал двух глобальных вузов – Московского государственного университета и Пекинского политехнического института. Мне выпала честь участвовать в его создании и с первых дней наблюдать за его развитием, за развитием этого уникального образовательного учреждения. Сегодня, по прошествии нескольких лет, совместный университет в Шэньчжэнь стал одним из самых ярких примеров стратегического сотрудничества России и Китая в научно-образовательной сфере. На его базе успешно ведутся передовые разработки в области биологии и химии, материаловедения, реализуются десятки востребованных образовательных программ, обучаются сотни студентов. Выпускники совместного российско-китайского университета участвуют в экономических проектах крупного бизнеса, находят себя в фундаментальной науке, способствуют укреплению межкультурного диалога. Убежден, что по мере дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества потребность в таких специалистов будет лишь возрастать. От всей души поздравляю профессорско-преподавательский коллектив и студентов первого совместного российско-китайского университета с первым юбилеем и желаю вам новых успехов.